How has the condition after this two-game series away? It's good. It's, we have enough games now, so we're preparing them and everything feels good. All of them are really good teams. Maybe need to push 100% every night to win our games, and it's going to be a tough night every night. And yeah, hopefully we can win all of them. You reached a good milestone, the 400 points in KHL. So, what do you feel? Yeah, it's a great milestone. It's been many years and a lot of points. So, of course, I'm happy about it. But it's more happy about how we've been playing this start of the season, and our team is playing really good. Сейчас больше идет работа на восстановление, потому что на самом деле игры тяжелые, идут через день, перелеты. Из Сочи мы вернулись только в 6 часов утра на следующий день, поэтому сегодня была тренировка больше восстановительная для того, чтобы ребята почувствовали лед, почувствовали шайбочку. Поэтому тренировка прошла хорошо, на довольно хорошей интенсивности. Как оцените прогресс молодых игроков? В общем-то, молодые игроки нас радуют, и вы сами понимаете, что в таком топовом клубе, как Слава Тулаев, просто так места никому даваться не будет. Вот эти ребята, они заслужили своей игрой. Да, была проведена очень хорошая работа, еще начиная с детской спортивной школы, потом в Талпаре. Ребята себя проявили, особенно первый год, когда я работал. Вот. И сейчас, ребята, прогресс налицо. Ребята закрепились в основном составе и играют не последнюю роль, не статисты. Они стараются, работают и на результат команды. Это радует, очень хорошо. Домашняя серия весьма будет непростая. Что скажете о каждом из каждой команды? Первый у нас соперник – это Йокерит. Команда очень техничная, любит играть с шайбой, любит контролировать шайбу. Ну и, конечно же, это дает свои результаты. Наша задача против этой команды, также играть с шайбой, отобрать у них инициативу. Вот, и мы над этим работаем. В общем-то, сказать Петербург мы довольно хорошо знаем, потому что встречались с ними и на предсезонном турнире, и уже сыграли одну календарную игру. Мы должны придерживаться нашей тактики. Это, опять же, как контроль шайбы, это, опять же, игра с шайбой. Но и очень должны поработать в эти дни, и завтра тоже должны поработать над спецбригадами. Это большинство к меньшинству. Ну и в завершение домашней серии нас ждет наше любимое зеленое дерби. Команда «Акбарс» – это очень скоростная команда, которая пропагандирует активный хоккей. Все в нападении, все играют хорошо в атаке, все отрабатывают в оборону. Хорошая, мощная команда. Вот. Мы тоже к ним готовимся, потому что у нас были такие игры, когда мы решали игры в основном в неравных составах, что в меньшинстве отстояли ворота и забивали, конечно же, в большинстве. Над этим тоже поработаем. Это очень важные аспекты в нынешнем сезоне. Будем надеяться, что игра получится интересной. Все эти игры очень интересные. Ждем наших зрителей, наших болельщиков. Здесь молодцы, они поддерживают, несмотря ни на что. Верят в команду и правильно делают, потому что команда сейчас играет в такой хороший, интересный хоккей, вот, где игроки получают удовольствие от владения шайбой, от игры с шайбой, ну и, конечно же, результат.